Вот это вообще чудовище, блин. Вот это вот. Зверь. Надеюсь, меня на малиновку не кинет какой. Что это за мусор? Лучше б на малиновку. Бросил он киношину, знаете, вот это. Поглядать на девчину. Включил средний. Отключил от высоких, не заметил. Но тормозить меньше стало чуть-чуть. Так, ну я хз, короче, куда мне здесь? Тут плохо. Поеду вот налево вот там. На вторую линию, короче. Я быстр, я хорош, я зверь. Тортик. Тортик. Завтра буду тортик жевать. Вот там. Вот. Да. А совесть есть, слушай. Ой ты. Ладно. Что за звуки? Оно инопланетяне, что ли, это? Тактирует. Земля в иллюминаторе. А мы летим орбитами. Видите, мы убиты. Так, понятно, левый фланг сосет. Я правильно сюда ехал. Но как же грустно смотреть на то, что я сейчас вижу. Вот этого бы как-то зацепить маленько. А, вон оно. Я отсюда хрен куда попаду. Во-первых, вот это дерьмо мне. Это, во-вторых, тут как бы лев кончен. Плюс карту переделали, каких-то вот этих хреновин наделали. Короче, ладно, просто едем. Эти, кстати, вот эту крышку вот эту сверху. Стопроцентная фуга от арты. В принципе, если наши тяжи не однояйцевые, хоть как-то там за это, то мы выиграем. И если меня сейчас со всех сторон не окружат, я в наглую попру. Могу, умею, практикую. Джетта. Пулечка, сколько? 400 урона. Я по ДПМ у всех развалю тут вообще шансов. О, мне надо до них. У тортика вот это основная проблема добраться. То есть мне надо вот оттуда слева заехать, чтобы прям... Да. Наших тяжей насилуют, понятно.
Три там что-то ездит. А что, прохода нет? Слушай, а что за дерьмо? Ну, с картой сделали, уроды, блин. Испортили, она так была дерьмом, то что сейчас вообще кошмар. Там уже жалею, что я на тортике. Мысли. Карта-то дерьмом стала, реально, еще большим, чем была. Так, а если я, например... Ну, ладно, давайте быкану. А, все. Все. Халяву кончу. Упыри как-то и та стала, блин. Осень, осень. Давай у трупов спросим. Так, меня там этот простреливает. Чувствуете, да? Вот я выехал, и все, пипец, эти чиманулись. У нас тижи отсосали, блин. Вот как играть? Тяжело. Неприятно. Так, давайте заедем под мост. Если меня хоть как-то прикроют, то я попробую за плитами заныкать. Битами. Короче, нам надо вот залитый заныкаться. О, Леопард. Слушай, друг, пойми правильно. Я на торте, как бы, а ты на каком-то примере. Меня в спину, да, сейчас объедет. Давай, дружочек, подставляй. Сую. Ну чё, у меня помощь будет? Хоть кто-то? Нет, я один. Ну ладно. Привыкать. Хреново мне из-за этого леопарда. Неприятно. Доедет. Еще больше мне хреново, что я в одно лицо фланг выиграл, блин. А мои овощные, как бы, чё? Ух ты. Короче, мы можем или базу взять, или базу взять. А или у нас базу возьмем. И поп. Ты понял. Позорники, блин, ну что я играю, блин. Ну,
Ну и что мне делать? Что я не так сделал? Как тут выиграть? Кем играть? Ну давай. Львиный лев просто. Дерусь как могу. Один. Толпу, блин, давай. Лох. Давай, выходи. Я тебе пасть порву, моргалы, выкалил вот это. Все, давай. Боишься, нет? У тебя есть шанс маленький. Что у меня так альфа хорошо проходит? База не захвачена? Ты дебил. А, захвачена. Я пытался. Ну что я не так сделал? Я не хочу после этого в эту игру играть, понимаете? В одно лицо я просто порвал, изнасиловал все направление и вот, и проиграл. И так раз за разом, игра за игрой, игра за игрой, игра за игрой, блин. Ну что это? Ноль-ноль. Ну этот хрен с ним. Этих спроса особо не... Вот этот почему так плохо отыграл? Он одну тычку дал, сдох. И чё? А мне чё делать? Эмиль там, вот эти вот пытались чё-то, ребятки, пытались. Эти нет. Ну, я рвал как мог. Львиный лев там, вот это всё.